Всем привет, на связи Косплей, мы продолжаем... Отвали. Мы продолжаем сталкера. Я сваливаю. В прошлый раз я чё-то как-то затупил с этими... Отстань. С этими собаками. Мне бы где-нибудь на самом деле переночевать вот эту всю фигню. А иди ты нафиг. Пацаны тут всех моих перестреляли уже. Жалко. Жалко, обидно. С этим ничего пока что не поделаешь. Машина здесь заспавнится. Мне надо помочь какому-то чуваку. Что это такое? Так, а чё я умираю? Подожди. Согласен. Да не буду я стрелять в тебя, отстань. Хватит, не надо. Блин, придется это скушать. Мужик, не стреляй. Да не буду я стрелять, чё ты пристал? Не стреляй. Чё? Чё тебе надо? Чё тебе надо? Ах ты ж, блин. Странный хватит, ты какой-то. Хватит, не надо. Да что ты хочешь от меня, ну? F. Е, F. Все, мужик, не стреляй. Ладно, значит, это не мне. Хватит, не надо. Так, а собственно говоря, мне куда? Мне вот сюда я иду, правильно? Ага, вот сюда. Хватит, не надо. Так, может, мне тогда другой пистолет взять, нормальный? Все. Патронами я так и не понял, что за фигня. Что у меня там упало, я тоже так не понял. Что-то упало. Наверное, моя самооценка. Так. Аптечечка. Патрошки. Денег я не дам. Детали я дам, деньги я не дам. Только бы не напоролся на кого-нибудь по дороге. Так, почаще нажимаем F5, не забываем. Это важно. Кого ты там стреляешь? Ты там один сейчас. Локация еще такая. Осторожно, мужик, тут собак дофига. На камни быстро лезь. К тебе можно залезть? О, спасибо. О, это че? Ага, идут потихоньку. Ни хрена не видно, солнце мне тут отсвечивает. Да не видно мне ни черта. Может, ты сам с ними тогда справишься? Я не вижу, куда стрелять. Пошли вон, шавки недоделанные. Где-то ж рядом гавкает. Да не вижу я ничего, а, он видит. Так ощущение, что меня кто-то не толкай меня. Вот нехрен лезть, куда не приглашай. Так, что ты мне скажешь? Ты мне что-нибудь... Васян! Вот спасибо, мужик, спас меня.
Я Васян, будем знакомы. Здорово. Ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю, а тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них 3 обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкера теперь ищи, свищи, вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Привет, брат! Подожди. Что ты можешь мне предложить? Сколько это будет стоить? Только может... подожди, стой! Я с тобой вообще тут разговариваю. Ну, что расскажешь? Вот это все отдам я тебе. Одно ставлю. Да ты не стесняйся, говори. Да я пошел, все, иди ты нафиг. Че дальше? Пройдет за клыком в темную долину. Долина, темная долина. Это где? Это здесь? А, реально здесь. А, это че? Военные склады. А, тут че? Это пока не открыто. Это все пока не открыто. Конечно, заморочились с картой. А я тут могу залезть? Не могу. Ладно. Не нравятся мне эти подвисания. Они обычно предвещают какую-то жопу. Либо сюжетную, либо игра крашнется. Что то неприятно, что это неприятно. Да ну не видно ж низги. Вообще ни хрена не видно. Да, пойдет. Другое дело. Другое дело. Я не знаю, у вас там что-то поменялось или нет. Как будто бы и нет. А у меня прям сильно поменялось. А ну-ка, сейчас я гляну. Ну-ка, стоп. Вот у меня превьюха. Как будто ничего не меняется. Ладно. Опа! Не, ну вы в принципе да, поняли, что я тут как бы с военными я уже, скорее всего, не подружусь. Очевидно, да? Ух ты. Есть такое. Интересно, бывает такое, что вот у чувака в руках оружие... Блин, надо было его разрядить, ща, подожди. О, это чё? Тень. Вот я типа взял пистолет. И у этого тоже возьму пистолет. У того сейчас возьму гадюку. Нет, не у этого. Вот у этого. Да и пистолет тоже возьму. И у этого возьму. О, у тебя классный противогаз. Так, хорошо. И теперь я такой беру. Спрячь. Разрядить. Выбросить. Так, какие патроны? Ну, типа вот эти, да? 316 у меня было. Ага. Ага, работает. От этого я выберу что-то. Так, мне сюда.
Пацаны какие-то стоят. А что за пацаны? Свобода, опа, свобода. Здрасте. Либерте. Здрасте. Здрасте. Ты чего делаешь? Здоров. Нихуя себе ты. Молодец. Чё нового в зоне? А ты слыхал, что должане с нами сделать похваляются? А ты слыхал, что должане с нами сделать похваляются? Ох и... Ох и слог, ё-моё! Стереть порошок это еще по минимуму, если честно, беспокоит меня это дело. Ну что ты здесь делаешь вообще? Я тут новенький, пока осматриваюсь и решаю, чем заняться, приходится быть очень осторожным. Нас, новичков, здесь людей не считают. И знаешь, хотя и вопят кругом про золотые горы, что-то я особо богатства тут не вижу. Эх, может в долг податься. Расскажи об этом месте. Да у нас тут в последнее время беда, кто-то наших парней кладет пачками, слыхал, наверное? Вот всех свободовцев, кто без дела, в срочном порядке в долину и созвали. Пытаемся вычислить тех крыс, что наших валят, а заодно все проходы по контролю взяли. Приходится все время быть на чеку, такие дела. Вот такие дела. Вот такие дела. А что? Что ты мне можешь... Радиоактивность. Радиоактив. Так, ну-ка ты что мне скажешь? Денис Батый, ну чего тебя? Мы понимаешь, лагерь охраняем, рак-то недалеко, а ты тут с вопросами. Чем я могу помочь вам? Ничем. Ну иди ты нахрен тогда, все. Не чаем. Буду я еще с тобой тут возиться, время тратить. А что у меня со стаминой? Это штамина? Состояние... броня. Броня. Да, давай. Может, мне броню починишь? Вот такие дела. Стоять! Темная долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. Чтобы без резких движений. Говорить будем. Блин, я так долго буду идти. Стоять! Спрячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. А ты вообще кто? Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Я ищу вот этого клыка. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. Почему мертв? Что здесь происходит? На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о клыке, тебе прямая дорога туда. Спасибо. Что скажешь, брат? А куда идти? Это база свободы? Найти базу свободы. Ну ладно, я пошел. А что у вас там стреляют? Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Тебе помочь? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. А вы не охренели ли вы вообще? Что это такое? Проверь то, проверь это. Охренеть. Все, кому не лень, меня это. Туда-сюда. Не, ну в принципе, что я жалуюсь? Я же типа наемник. Там вот что-то происходит. Что там происходит такое? Пропаганда какая-то играет. О, трактор. Здравствуйте. Чёрт, да не молчите вы. Это чё? Энергетик. Эй, тех. Нет! Стоять!
Спрячь оружие и не дергайся. Да, спрятал уже. Если достанешь ствол, пристрели. Давай, двигайся ко мне. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Это какой другой чувак уже. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? О, Степ, судья. Скорее наемник всего, я. Он уже мертв. На нас понятно, постоянно... спасибо. Скажешь, брат? Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. Делать мне, конечно, больше нехрен. Ну вот это вот что за патроны? А, пистолетные. Ну, с гадюкой, в принципе, побегать можно, да? Сегодня какой-то день собак. Ой, чё. О, лестница. Чё она тут делает? Слышь, ты не охренел? Псина сутулая. Я манал. Кто-то. Пшел нахрен. Тихо. А это хреново. И это тоже хреново. А я успел. Ты где есть? Фу. А это чё? Да еще пожру. Это пустой какой-то. А чё вы пустые-то? Да, в смысле? И чё? Чё дальше? Давай добычу тайника. Что? Фу, блин. Какая-то аномалия. Вот нахрена мне вот эти вот патроны, если я их ни к чему не могу присобачить. А, калибр 9.19. Ё-моё, а это чё? 9.18. Тише, пассатижи. Ах, блин. Надо где-то лутать пистолет. Все, я понял. Я сам. Сам лох. А что, я пистолет как-то модифицировал, да? На 9.19? А зачем? Чуваки, здорово. Я пройду. Спасибо. Как он определил, что я к нему, что я пришел вообще? Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности. О, как очень мило. Перед тобой после вступления вот в ряды свободы. Чё, ногу сломал, что ли? Ха, ловушка Джокера. Здорово. Ну кто там еще? Не... Плохое место для прогулок ты выбрал. Разве не в курсе, что на нас постоянно нападают? Торчать у нас на базе, а тем более носить комбинезон свободы – дело опасное. Что? Мне нужен сталкер по прозвищу Клык. Слышал о таком?
Лично я его не знаю. Недавно заходил к нам один бродяга, у него и нашего верхнего какие-то свои мутки. Только разговаривали они без свидетелей. Может, это и был твой. Может, это твой был, не знаю. И попасть к лидеру свободы. А, резко ты малый, что понос. Значит, пока я вас на карантине, об аудиенции у верхнего не может быть и речи. Тем более, что ты наемник. С другой стороны, если, скажем так, окажешь нам услугу, замолвите словечко. Ну, ты говоришь, давай. Возле базы пси-собака завелась, проход не дает. Как запахи еды из бара почует, все, туши свет, начинает ломиться, как дурная. И ребята уже нервы на месте... Не на месте из-за ее грёбаных фантомов. Разберись с этим вопросом, тогда потолкуем серьезно. Считаешь, что я уже не... Не отвлекай меня по пустякам. Занят я. Да понятно. Слушай, а не пошел бы ты! Кончай трындеть, изрёновож! Превратили, понимаешь, базу в восточный базар. Шота у Ашота. Ну-ка, что там шота у Ашота? Где шот? Где шот и где Ашот? А, шота это в смысле что-то у Ашота или что? Порнотовары. Порнотовары. А как туда попасть? Это сталкеры. Сталкеры — это свобода. Будь сталкером до конца. Здорово. Подходи, если... Привет, здорово, приятель. Чего изволишь? И разошлись, как в море корабли. О! А это чё? Прицел сусад. А чем я вообще не пользовался? Так, а может еще вот это взять? Это в смысле? Так, подожди. Крутые и подкрученные перцы. Только в свободе вас оценят и примут как родных. Никакого обязательного. Вообще невыгодно. Никаких утренних. Ох ты, ё-моё. Вообще невыгодно что-то продавать. Пять сорок пять. Ладно. О, это чё? Так, руками махать не могу. Ладно. Убить пси-собаку — чахлая стоянка. Ладно, давайте-ка сохранимся. И на сегодня на этом закончим. Все-таки уже на целой базе свободы дошел. Так, еще раз сохраню. Да быстрее. А. Ну и все. Давайте, короче, на этом на сегодня закончим. Короче говоря, всем спасибо за просмотр. Фу. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до следующей серии.